Владимир Путин и Дмитрий Медведев в дамском белье. Картину с таким смелым, как для российского современного искусства, изображением изъяла полиция Санкт-Петербурга. Фривольные полотна были частью композиции так называемого «Музея власти». Его закрыли и опечатали. В неофициальных беседах полицейские подтверждают. Повесили замок на двери из-за грядущего саммита «Большой двадцатки», который скоро открывается в Петербурге. Мол, нечего иностранным гостям на такие безобразия смотреть.